За его плечами годы опыта, в том числе и опыта игр на самом крупном турнире по доте. Но он всегда останавливался в шаге от эгиды. Третье место на 5-м интернешнале, 4-е на 7-м. На 8-м он оказался ближе всего и занял 2-е место, но проиграл OG в эпичном финале. На 9-м инте вновь 3-й. И поэтому победа для него бесконечно важна.